Сегодня определяем победителей конкурса «Моя любимая настойка». Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. На прошлой неделе я предложил зрителям канала, подписчикам конкретно, поучаствовать в конкурсе под названием «Моя любимая настойка». Всего-то и надо было, чтобы прислать мне письмо со своим любимым рецептом настойки. И на это предложение откликнулась часть подписчиков канала, а именно 94 человека. Напомню о призах для данного конкурса и о спонсорах. Значит, за первое место предлагается вот такая колонна аппарата Vane Reform. Именно колонна без перегонного куба. Прекрасная колонна, которая была недавно сделана. Она впитала в себя пожелания многих самогонщиков. Сделана эта колонна на фирме Vane. Ссылочка на производителя в описании под видео. Приз за второе место — это бочка из кавказского скального дуба от майкопского бондаря. Как видите, я ее даже не распаковывал, она в готовности быть отправлена победителю за второе место. Это бочка премиум из кавказского скального дуба, как я уже сказал, на 10 литров. Ссылочка на производителя в описании под данным видео. И за третье место вам полагается приз. Вот такое вот новое средство для очистки самогона под названием Чистогон. Прекрасно чистит самогон. Между прочим, я проверял, тестировал. У меня сложилось впечатление, что действительно это средство делает дополнительную очистку более качественно, чем традиционный уголь. Как бы это странно ни звучало. Значит, кроме того, еще победителю за третье место будет положено вот две такие коробочки для настоек. Это скорлупа кедрового ореха и скорлупа миндального ореха. Ссылочка на спонсора и производителя Чистогона также будет в описании под данным видео. А теперь приступим непосредственно к нашему розыгрышу. Эти призы пока остаются у меня на столе. Значит, как я и говорил, я, к сожалению, не владею такой программой, которая называется Родомайзер. Я с ней вместе не служил и что с ней делать не знаю. Поэтому я решил, разыгрываться будет по старинному методу. То есть берем барабан, берем бумажки, которые запускаем в этот барабан. Вот, в общем-то, и все. Вот, как я сказал, 94 участников. Вот здесь вот бумажки уже скрученные на 94 человека. Все, кто прислали мне свои рецепты даже чуть позже, они все вошли в это количество. Значит, перекличку устраивать, я думаю, нет смысла. Это будет походить на такую вечернюю поверку в армии. А вечерняя поверка — это не только как бы утомляющее занятие, но еще и очень печальное, особенно если вы на ней отсутствуете. Так что мы продолжаем непосредственно розыгрыш. Значит, этот барабан, как видите, прозрачный. Поэтому я не хочу быть обвинен в чем-то, что я вот где-то что-то подсмотрел и не то вытащил. Мы берем непрозрачный барабан. Я хотел вообще-то вот сделать в кубе Vane Reform все это, но он у меня оказался занят на текущий момент. В нем спирт-сырец, который в готовности к следующей перегонке. Поэтому я взял другой куб люкстайловский, тоже, кстати, производство фирмы Vane. Значит, что мы делаем? Вот все эти билетики, 94 штуки, скрученные, как меня учили в детстве, перед новогодними праздниками, я одним решительным движением отправляю в этот куб. Как видите, здесь у меня все пусто. Теперь я закрываю, так, чтобы никто ничего не видел, в том числе и я. Вот так вот перетряхиваю. И вот так будет продолжаться конкурс. Ну что ж, начнем. Итак, сейчас разыгрываем, как я сказал, за первое место первого победителя. Это колонна фирмы Vane. Пожалуйста, барабанная дробь.
я вот так вот, чтобы ничего не видно. Итак, зачитываем. Чернобров Александр Алексеевич. Калининградская область, ник Александр Че, настойка Бровка. Ваши аплодисменты. Итак, уважаемый Александр Алексеевич, вам надо написать письмо мне, и я вам расскажу, как получить ваш приз, вот эту вот колонну фирмы Вейн. Значит, я сразу помечаю себе здесь, что Чернобров Александр Алексеевич получает колонну, и колонна уходит из поля зрения. Идем дальше. Разыгрываем бочку за второе место. Опять барабанная дробь. И снова я запускаю свою руку. Так, смотрим, кому идет бочка. Ох ты! А бочка уходит участнику под номер один. Кришнисов Алексей Анатольевич, Новгородская область, поселок Кресты, настойка на черносливе. Ник на канале Алексей Киршинцев. Поздравляю, Алексей. Эта бочка теперь ваша. И она тоже уходит в сторону. Не забудьте мне написать, чтобы получить ее. Итак, у нас остался только чистогон, ну и скорлупа кедрового и миндального ореха. Кому повезет, барабанная дробь. Запускаем ручку. Ничего не смотрим, ничего не смотрим. Так, две записки. Не глядя от... А, вот так вот упали, все. Значит, еще раз. Надо одну вытащить. Так. Алиулов Ильгиз Мансурович, город Ульяновск, ник Гром-Гром, настойка Бородинская. Итак, Ильгиз Мансурович, чистогон уйдет к вам по вашему адресу. Значит, победителей убедительно прошу, чтобы сразу же написали мне, и я вам расскажу, как получить данные призы. Всех победителей от души поздравляю с выигрышами. Те, кто принял участие в этом конкурсе, благодарю. Надеюсь, что я постараюсь эти рецепты, особенно самые интересные, опубликовать и рассказать о них зрителям канала, ибо очень много этих рецептов действительно весьма и весьма оригинальных и интересных. А пока я подводил итоги, не подводил итоги, а пока составлял списки, вот билеты там на эту лотерею, значит, что у меня получилось? У меня получилось, что первые три места вот по популярности, да, которые нравятся зрителям канала, это первое самогон, не самогонка, а настойка кедровая. На втором месте это хреновуха, да, и на третьем это бородинская. Вот эти три настойки почему-то наши зрители предпочитают больше всего. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. По вашим комментариям под этим видео, пожалуйста, напишите, вот такой формат вам нравится или не нравится. Потому что вот это вот, ну, конкурсы такие проводить достаточно сложно, если они, ну, не имеют популярности у зрителей. Честно говоря, я лучше сниму что-нибудь другое, более, так сказать, насыщенное информацией и с меньшим, так сказать, с меньшим игровым потенциалом. Поэтому мне очень важно знать, как вот такие конкурсы нравятся зрителям канала. Так что отпишите, пожалуйста, в комментарии. Если нравится, достаточно будет поставить просто лайк по их количеству. Я буду судить о том, стоит ли продолжать подобную тематику видео. Ну, с вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий!